Соединенные Штаты увеличат ядерный потенциал для сдерживания России. Об этом сообщила американская пресса со ссылкой на проект ядерной доктрины страны на 2018 год. В документе якобы говорится о необходимости наращивания арсенала, а именно тактического ядерного оружия, так называемых боеголовок низкой взрывной силы. Такой шаг должен дать Москве понять, что в случае использования ядерного оружия силы будут неравны и обернутся для Кремля плачевно, отмечается в документе.